Проект соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по строительству экотехнопарка в Ленском районе одобрен правительством области. В документе закреплены экономические показатели, которые ранее были одобрены инвестиционной комиссией. Ключевыми для нас, конечно же, являются это объем инвестиций, не менее 10,5 миллиардов рублей, а это, конечно же, налоги и местные, и региональные, и создание не менее 500 рабочих мест в ходе реализации проекта. Это снова рабочие места, заработная плата и также местные налоги. Как отметил Игорь Девятко, соглашение имеет типовой характер, а его подписание – обязательный элемент сопровождения инвестиционной деятельности в регионе.